Значит так, я узнал, что за последние 28 дней более 50% зрителей моего канала смотрели видео без подписки. Это очень плохо, это неприятно, и если вдруг вы смотрите это вступление и обнаружили, что не подписан на канал, то исправьте это, потому что до 1 миллиона подписчиков не хватает одной подписки. Заранее благодарствую. Мы несколько доработали ботов, чтобы те вели себя более естественно. Теперь боты действуют и перемещаются более реалистично. Это касается и их взаимодействия с объектами. В определенных обстоятельствах боты смогут даже использовать метательное оружие. Так, это что получается? Они теперь просто, ну, имба имбень, и просто неконтримые персонажи. Короче, зашел на этот сервер, проверил, показал вам, приятного просмотра. Короче, в чем план, друзья? Предлагаю записать несколько видео. О, Каракин! Фух. Ребят, Каракин. Тут рюкзак с глушилкой, по идее, есть. Друзья, уже стартовала Лига Чемпионов УЕФА, и прямо в эти дни проходят топовые матчи мирового футбола. Не пропустите это событие, ведь наши партнеры с 1xbet дарят вам возможность получить бонус в $100 на первый депозит по моему промокоду. Промокод видите на экране. Переходите по ссылке в закрепе и выигрывайте со своей командой. Да, я готов его тестить. Мне кажется, на самом деле, ну, немного беспонтовая тема, хотя, возможно, я ошибаюсь. Так, тиммейт у нас рандомный. Hello. Илья, здравствуйте, я знаю, вы русский, украинец, белорус. Вы меня слышите? Илья. Илья. Я что предлагаю, собственно, ребят? Упасть и умереть. Блин, он на крыше. Трындец. Блин, дробаш, я да. Так, спокойно. Главное, спокойствие. У меня Тима. Я ее развалю, вы меня знаете, я киберспортсмен. Так, что по пингу? 120, это жопа. Ну все, прощайте. Раз. Два. Минус Тима. Отдыхайте просто. Пупки, пупочки. Мои улиточки. Нет, было хорошо, вы согласны? Так, для начала, мне нужно, наверное, взять вот так вот, вместо вот так вот. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Берем скораль. Ребят, граната-обманка. Это моя первая граната-обманка вообще, вы прикиньте. Я ни разу ее нигде не находил. При том, что я играл на Кракене. А, или наверное... Ничего не понял. Ладно, играем. Илья. Блин. Все, погнали, короче, душись. Мне нравится этот прикол, граната-обманка. Не знаю, ребят, я хочу когда-то пульнуть жестко. Единственное, мне не нравится, что у меня скар. Скар, да, трындец. Это нужно фиксить, это нужно выкинуть, как бы, на помойку, на мусорку желательно. Заколебали стреляться, успокойтесь, а? Вижу. Дурацкий бот, ребят. Ладно, предлагаю его убить тогда. Илюх, ты тут, Илюха? Чё за... Врубил. Боже мой, это реально сложно. Играть в компьютерные игры — это реально проблема, вы согласны? Как приятно играть без прицела. Спасибо, убил, ребят, минус 3. Киберспорт. Я забыл, а чё мы на Кракен вообще запустились? А, нам нужен рюкзак, новый рюкзак. Который есть на этом сервере вроде, да? На Кракене, давайте искать. Не знаю, как он выглядит, не знаю, что для него нужно вообще. Может, он в дропах? Я об этом, кстати, не подумал. Ну, вряд ли в дропах. Мне бы чат подсказал, чат же подсказал бы. Так. Поиграем вот такой вот комбой. Не знаю, по 5к норм тема. Еще главное пульки на не найти. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. На самом деле было бы, наверное, прикольным решением пойти встретиться с Ильей. Ну, Илья же тиммейт. Что происходит? Это бот херачит? Или псих какой-то? Мне кажется, это бот. Нет, это челик. Вроде. Или бот-псих, я не знаю. Возможно, бот-псих. Они же там сказали, что ботов обновили. Теперь у них шизофрения.
Так, 3x прицел, увел маг, компис. Насколько приятно собранная пушечка, смотрите на это. Туда тебя, дядя. Спокиноки, крошка. Ух, если бы это был килл. Что-то я прям, ребят, я чувствую, чувствую. Ох уж эти боты. Сумасшедшие ребята. Он как будто не бот, он как будто меня просто троллит. Ты что, троллишь меня? Ты что, троллишь? Ты что, троллишь? Так, окей, давайте пробуем тогда убить его. Этого троллера. Блин, хочу взять гранату обманку. Но понимаю, что на ботов его ее использовать, ну, глупо, да? Так, что еще происходит? Так, энергетик, аптека. Дым выкину, флешку выкину, заберу бинты. Илюха, Илюха, ты мне нужен, Илюха. И что, это первая катка на тест-сервере? Я пока что вообще не врубаю. Илюха, Илюха, Илья. Илюха, если слышишь, стрельни в меня разок просто с любого оружия. Только не в голову, по-братски. Жаркий килл. Пахнет жарким киллом. Ребят, давайте, давайте гранату обманку завязаем на него. Это вроде не бот, ядрить копать. У меня только одна граната. Обманка. Так, план какой? Я кидаю его туда вот. Оп. И бегу налево. Интересно, как она вообще активируется? О. Смотри. Чел бежит, думает, что там я. А меня там нет. Так. Я тем временем бегу слева. Возможно, он спотнул. Или что-то понял. Что происходит? Илюха, помоги, я тут запутался. Ребят, Илюха сам как граната обманка. Его лутать не надо, он сам лутается. Мне чувствую, что как будто вот это все боты какие-то. Ну как приятно зажимать МП5К, это конечно шокс. Уф, какая-то сосочка. Патроны. Это бот или что запрекал? Так. Я понял, это боты. Я все понял. Ну, 9 киллов, ребят. Ну, так-то киберспорт здесь. Так, где дроп? Хотя бы один. Ребят, я вообще зашел сюда. Реально, с целью найти новый рюкзак. Но пока что понял, что Илюха — это граната-обманка. Ох, челика вижу. Чел с 45 метка. Блин, справа. Илюха сейчас умрет. Трындец. Надо Илюху спасать. Отни боты, трындец, тупая игра. Этот гейминг 3008. Пожалуйста, бот, стой на месте. Илья почти умер вроде. Ребят, 11 киллов. Если не ошибаюсь, мы убили 11 ботов. Классный тест-сервер. Ставьте лайки, подписывайтесь на тест-сервер. Так. Короче, я что предлагаю, ребят? Похрену на то, что это боты. Да, мы ищем рюкзак, просто мы тестим приколы. Вот осколочную обманочку, гранату мы уже затестили. Где дроп? Я, честно, ни одного самолета не слышал, как будто. 5 челиков осталось. Мы с Илюхой и трое. Илюх, короче, новый план. Не убиваем челиков. Да, ищем дропы. Илюха, зона. Илюха. Ну, одного можно убить, это. Блин. Видите, я почти сорвался. Ладно, я бы его не убил все равно. Ладно, давайте убьем одного. Просто по приколу. Ух. Черт, одни боты, что за это сервер? Разработчики. Гранта банка вроде уже давно есть. А я не видел ее на Каракине, честно вам говорю. Хоть один бы дроп. Блин, Илюха, пожалуйста, не убивай последнего. Нам нужен дроп. Давай пролутаем дроп где-нибудь. Где самолеты? Может, Илюху убить? Блин, на этом сервере меня же не забанят, правильно? Нет, это подлый поступок. Просто реально нужен рюкзак. Я не знаю, вдруг Илюха убьет последнего челика. Противогаз. Ребят, типа обнова. Трындец, ребят, мы сейчас подохнем.
Так, 25 секунд, там зона. Ну, конечно, боты, тут нормальный чел. Тринданом. Так, спокойно. Вы меня знаете, я убийца. На. Иди отсюда. Спасу братка. Так, 6 секунд. Ну, по идее, минус мы. Но я ему голову прописал. Тем временем дроп летит. Что делать? Двигай жопой. Дроп, давай. Не знаю, я хочу и дроп, и убить, и чтоб Илюха выжил, бля. Мужик, беги. Зона умер. Так, новый план. Я сейчас бегу лутать дроп. Ну, Илюху я уже, очевидно, не спасу. Вот, надеюсь, там рюкзак. Беру рюкзак. Переигрываю челика за зоной благодаря рюкзаку. Не, ну, после вот этот челик, типа, очевидно. Вначале тоже были несколько челиков. Ну, почти все мои киллы, да? Минус дроп. Блин, ну... Скажи, что у тебя был... Так, это обычный рюкзак, да? Да, это был обычный рюкзак. Ну, что могу сказать? Илюха предлагает играть вместе, значит, катка удалась. Это был мой первый гейм на тест-сервере. Я не знаю. Не знаю, почему я хочу это залить, но ситуация в том, что я, короче, зашел на тест-сервер, реально, да, найти рюкзак. В итоге нашел Илюху и гранату-обманку. И топ-1 взял, и ботов убил, и последнего человека тоже убил. Ставьте подписки и подписывайтесь на лайки.